Всем привет! С вами Brush Vlog и я Александр Саморец. Сегодня вашему вниманию продемонстрирую самую легкую укладку. Это локоны на основе хвоста. Мне понадобится резинка, расческа для начеса, лак средней фиксации и плойка диаметром 25 мм. Сначала начесываю корень. Затем завязываю хвост на макушке и накручиваю хвост. Использую пряди одинаковой толщины. При этом плойку я держу открытой. Что дает такой эффект? Во-первых, значительно сокращает время укладки. Во-вторых, при использовании хвоста получится, что у корней волосы остаются ровными, а накрученные пряди только по длине и кончиках. После того, как накрутили все волосы, даем время, чтобы пряди остыли. И снимаем резинку. Наклоняем голову назад и пальцами разбиваем пряди. Наносим лак на руки и дорабатываем укладку. Как видите, это очень легко. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и до скорой встречи!